предложить прогулку на... Чтобы свет был направлен неожиданно на дерево, очень круто. И я в нем так прям мрачный, центрово. Зажигается свет, только ты. Не за деревом. Yeah.
почти не испачкать. И поехали. Видела бы меня моя мама. Будьте вы прокляты, а кто вы? Я ведь сам прожил вас. Мы отдельными чувствами сотканы. Охраняй свое счастье, бойся, рычи, фас. Как бешеный пес, бежать за целью, не зная, что делать с ней дальше. И кто виновник наших ненужных слез? Это ложь или вера, крок или пальцы? Это нельзя продать, это можно почувствовать прошлым, если оно меняет печать придуманного на прожитое в конце тоннеля свет. А мы мотыльки, мы разбиваем руки а стекла, мы с улыбкой меняем хлеб на клинки. Под собственный скальп загоняя иголки. Пусть время осудит виновных, пусть двумя сторонами больше не будет медалей. Душами концлагерей, души подопытных. Ведь это мы выбираем быть с ней, это не боль выбирает. Абсолютно логично, это эпилог. Вены, залитые сталью. Это позже станет началом начала. Это будет пустыней, которую кормит оазис. Это последний для всех, но первый для каждого бога. Причал это код, апокалипсис. Воу-воу, полегче. Это всего лишь несколько дней. Или всего лишь один вздох. Когда-то он жил в тебе, но где он теперь? Твой бог, это всего лишь несколько дней. Или всего лишь один вздох. Когда-то он жил в тебе, но где он теперь? Твой бог, это всего лишь несколько дней.